вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал, спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной, висят года на мне, не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с латони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот. Но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И масс попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.